Сегодня открытое акционерное общество «Красносельхозстройматериалы» – крупнейший отечественный производитель строительных материалов. Свою продукцию они презентовали на выставке форуме деловых контактов «Брест-2018». Сухие строительные смеси, цемент, строительная известь, мел, силикатный камень и кирпич, тротуарная плитка. Высококачественная продукция изготовлена из собственного сырья предприятия. Она будет интересна как при индивидуальном строительстве, так и при возведении крупных объектов. Четко проработана и логистика доставки товара. Используют как индивидуальные предприниматели, многие организации, с которыми мы заключаем договора на цемент, на известь, на силикатные блоки из чистого бетона. Все это как бы входит, и точно так же физические лица, как и юридические. У нас есть свои договоренности, мы поставляем продукцию нашу в Россию, поставляем продукцию в Литву, Украина у нас тоже использует наши строительные материалы. Это как бы рынок получается у нас как внутренний, так и внешний. То есть большим спросом пользуется именно цемент в Калининграде. Вот. В Польше у нас тоже есть КСМ Польска, где мы поставляем известь, цемент. К тому же предприятие «Красносельхозстройматериалы» является единственным белорусским производителем печного кафеля. Особого внимания заслуживают и керамические изделия. Наши мастера делают очень интересную керамику. Это именно для садового какого-то, допустим, украшения, для приусадебного участка. Точно так же вазы, очень красивые. Ребята молодцы, рукодельники, они все это изготавливают собственными руками, расписывают вазы вручную. Очень красивая продукция, которая пользуется спросом. У предприятия есть свой санаторий с поэтическим названием «Пролеска», который давно завоевал популярность среди жителей региона и гостей. Санаторий представляет широкий спектр оздоровительных услуг. У нас он достаточно недорогой санаторий, но очень помогает именно в оздоровлении. Он находится на берегу озера Лазурное, очень красивое место, довольно экологически чистая территория, и можно было бы поправить свое здоровье там. Я думаю, это было бы очень неплохо, и в наше время это очень доступно по ценам. Всю дополнительную информацию можно узнать на сайте cementbuy.com. Предприятие работает как по оптовым, так и по розничным поставкам. На автоплощадке форума деловых контактов «Ажиотаж» с первым в Бресте «Джили Атласом» приглашает познакомиться «Белавтономия» – одна из крупнейших в Беларуси сетей техобслуживания и замены масла, а с некоторых пор и дилер известных автобрендов «Peugeot», «Citroën», «Nissan», «Hyundai», «УАЗ». Жители Брестской области автономию давно ценят за удобство. С 2003 года компания ведет сетевое обслуживание не только в Бресте, но и в крупных городах региона. В разных городах у нас предоставлены сервисные центры, магазины запчастей, у нас есть магазины инструментов. Там, например, предприятия хотят обслуживать свои автомобили у себя, опять же, они у нас могут приобрести необходимое оборудование, инструменты, сервисные книжки, бонусные карты и прочее. Даже если приезжают не на новых автомобилях, а на автомобилях, скажем, подержанных, но обслуживаются в нашей сети, получают сервисную книжку, и с каждым посещением наших автоцентров накапливается бонусная система скидок. Широко анонсированную новинку отечественного автопрома «Джили Атлас» можно не только осмотреть. Этот автомобиль тестовый, любой желающий может лично проверить его в деле. Если сравнивать с конкурентами, цена будет на порядок ниже. И, соответственно, качество сборки на заводе BLG используется все оборудование европейское. То есть, если зайти на европейский завод, там будет точно такое же оборудование. Рядом с Джили поблескивают другие новенькие авто. Продажи постоянно растут, признаются сотрудники автономии. Все больше автолюбителей понимают, нет смысла приобретать БУ. На сегодняшний день банковские институты и лизинговые компании предоставляют настолько выгодные условия, и рассрочки, и кредиты, и лизинги выгодные, что проще некую сумму внести на первоначальный взнос, либо сдать свой бэушный автомобиль в трейд-ин. И те деньги, которые потом клиент может тратить на ремонт старого автомобиля, просто погашать эти небольшие проценты по кредитам либо лизингам и ездить и радоваться жизни на новом автомобиле, приобретенном в нашей компании. Уже в мае «Белавтономия» откроет в Брестском микрорайоне «Вулька» новый автосалон с техобслуживанием и гарантийным сервисом.
Премия Брестского облсполкома в области качества коллектив иностранного общества с ограниченной ответственностью «Ланхайнрих Конфекцион Белл» приятно порадовала, но не удивила. В качестве своей работы они давно уверены. Продукцию небольшого предприятия из деревни Дивин Кобринского района можно встретить и во дворцах арабских шейхов, и в резиденциях президентов разных стран, и в отелях премиум-класса по всему миру. Качество продукции нашей основано на том, что оно сделано с натурального сырья. Разные обработки. Будем говорить, если столовое белье, то можем выткать логотип, вышить логотип. И обработка разная. Мы не работаем на склад, мы работаем только под заказчика. И у нас нет минимального заказа. У нас даже может быть изготовлена одна салфетка или одна скатерть, или одна наволочка. И покупателю продано. Немецкое качество в деревне Дивин поселилось 13 лет назад, когда один из крупнейших европейских производителей текстиля выкупил там пустовавшее помещение и разместил производство. С тех пор швейные машины в Дивине не умолкают, а небольшой коллектив стал поистине одной семьей, в которой каждый, независимо от должности, участвует в создании текстильных шедевров. Я по жизни творческий человек, и где-то мы с технологом общаемся, какие-то свои идеи в коллективе, и руководитель приветствует свои какие-то идеи, новшества, как можно какие-то новые дизайны, как можно пошить интересные салфетки, как интересно скомбинировать скатерти. То есть творческий такой процесс, и мне нравится. Только довольный работой сотрудник может поистине создать качественный продукт. Я люблю своих сотрудников, они любят свою работу. Поэтому мы спокойно делаем качественный продукт, который уходит во все страны мира, и мы гордимся тем, что работаем на таком предприятии и можем создавать поистине качественный продукт. В линейке продукции «Ланхайринг Конфекцион Белл» несколько сотен изделий поистине немецкого качества, но с белорусской душой. Купить их можно в интернет-магазине в павильоне номер 36 торгового центра «Алиса» в Кобрине, а также в магазинах фирмы «Санит» или обратившись к производителю напрямую. Выбирая красоту и эксклюзивность. Среди участников 3-го международного форума выставки деловых контактов «Брест-2018» и представителей производственного унитарного предприятия «Буалур». Стенд компании вызвал особое внимание представительниц прекрасного пола. Когда смотришь на пилочки компании «Буалур», кажется, что каждая из них уже готовое произведение искусства. При изготовлении продукции используются уникальные чешские технологии. Как знак качества – фирменная голограмма. Наши пилочки можно использовать как для натуральных ногтей, так и искусственных. Так что это может быть как обыкновенный потребитель, так же и салоны. Помимо того, что мы производим маникюрные пилочки, мы также производим стеклянные пилочки, терки для пяток. Так как пилочки сделаны не напылением, а травлением, они могут проходить многократную стерилизацию. Широкий ассортимент пилочек сможет удовлетворить даже самую требовательную клиентку. В коллекциях представлены экземпляры, украшенные ручной росписью, сусальным золотом, кристаллами Сваровски и стразами Богемия. Есть специальные предложения и для корпоративных клиентов. Пилочки, исполненные по индивидуальному заказу. Компания «Булы» производит пилочки с различными дизайнами, с конкретными брендами, любой цветовой дизайн, поэтому, пожалуйста, обращайтесь, готовы сотрудничать на долгосрочных условиях. Для каждого нашего клиента мы найдем обязательно индивидуальный подход. Эксклюзивная пилочка и терка для ног станут прекрасным подарком для ваших близких, а также поводом порадовать себя. Продукцию компании «Буалур» можно найти в торговых сетях республики, либо же заказать на сайте компании www.bualur.com. Яркая полезная продукция на любой вкус. Овощи, цветы и зелень всех сортов презентовал тепличный комбинат «Берестия» на международном форуме выставки деловых контактов «Брест-2018». Стенд тепличного комбината «Берестия» – самый сочный, свежий, яркий. Экологически чистая, благодаря биологическому методу защиты растений, полезная продукция на любой вкус. Тепличный комбинат «Берестия» уже более 30 лет. Работает в Беларуси в области выращивания овощей закрытого грунта. В основном это томат различных сортов, огурец, перец, баклажан, зеленые культуры. Мы уже третий год выращиваем арбуз, кабачки, будем дыню выращивать. Для агрономов предприятия очень важно удивить потребителя необычной для наших широт и вкусной новинкой. Каждый год мы испытываем новые сорта
продукции. В основном это значит томат. Томат у нас есть и желтый, и розовый, черный, сливовидный. То есть очень различных сортов. И каждый год мы что-то хотим выводить новое. Перец также. Вот в этом году будем пробовать перец чили. Продукции тепличного комбината высоко оценили не только на Брещине. Около половины всех выращенных овощей идет на экспорт в Российскую Федерацию. Как заслуженная оценка качества, большое количество наград различных международных и республиканских конкурсов. Участвуем в различных республиканских и международных конкурсах. За 2017 год у нас есть несколько наград. Гран-при лидер года, продукт года, также диплом от Совета министров. В этом сегодня мы также получили награду «Лучшие товары 2017 года». Берестия представляет своим покупателям и большой выбор цветов. Продукцию тепличного комбината Берестия можно приобрести в специализированных магазинах предприятия, а также в торговых сетях. Девиз компании «Клуб Фарм Эко» «Ваша молодость и здоровье» отражает главную суть ее деятельности. Специалисты усовершенствуют древние рецепты и на основе семян льна и расторопши разрабатывают продукты, способные укрепить организм и продлить его молодость. Льняное масло – основа для многих процессов жизнедеятельности, а обогащенное добавками становится еще полезнее. Это у нас биологические активные добавки с коэнзимом Q10, по-другому его называют витамин молодости, который очень необходим для людей, принимающих статики, то есть лекарственные препараты. Это с селеном для людей, которые имеют заболевания кожи либо волос. Это с бета-каротином пищеварения. Это с лютеином зрение, D3 костная система и так далее. А расторопша, поскольку она обладает, содержит в своем состоянии большое количество сильмарина, усиливаем ее действие внесением туда медицинской белой глины. То есть это вывод из организма токсинов. Усиливаем его действие имбирем, это женщин, желающим похудения. Чемпионка мира по модельному фитнесу, тренер и диетолог Зинаида Усикова прямо у стенда «Клуб Фарм Эко» ведет трансляцию в своем интернет-блоге о здоровом питании. Она уверяет, здесь именно то, что способно помочь всем желающим быть в отличной форме. Оливковое масло – это чистой воды реклама. Его надо убрать из наших потребительских корзин и пользоваться только льняным маслом. Только тогда мы сможем продлить и сохранить себе молодость. У меня уходит одна бутылочка на всю семью на неделю. Я его просто добавляю в салаты и пью, конечно, вот в таком холодном отжиме. Всем рекомендую, поэтому продукция просто супер. Клуб «Фарм Эко» убеждает, семена расторопши пятнистой и льна – настоящий кладезь здоровья. Новинка – многокомпонентные коктейли. Содержат, кроме наших традиционных клетчаток льна расторопши, еще и другие компоненты, которые придают вкус, причем натуральные компоненты, придают консистенцию. Это и яблочный порошок и так далее и тому подобное. И не секрет, что здесь мы подсмотрели это в Европе. В Европе у людей, которые следят за своей фигурой, за своим здоровьем. Производится продукция в Драгичинском районе. Большая часть сырья завозится из областей Черноземья, где обработка почвы исключает использование минеральных удобрений. Вкусно. Я вообще любитель хлеба с маслом. А это масло какое? Но вкусное масло очень. Найти продукцию клуба «Фарм Эко» можно как в аптеках, так и в обычных магазинах.